Первый ряд арок для двух ручек готов. Начиная со второго ряда, каждую ручку будем вязать отдельно. Вытягиваем последнюю петлю. Вводим крючок в первую петлю первой арки с лицевой стороны. Захватываем нить и вытягиваем петлю на лицевую сторону. Это и есть первая петля арки. Закидываем ее на линеечку. И продолжаем. Вторая петля. Захватили. Закинули на линеечку и подтянули. Третья петля арки. Захватили, накинули и подтянули. Следующая арка также. Захватили петлю, накинули на линеечку, подтянули. Вяжем следующую арку. Захватили нить, закинули на линеечку и подтянули. Итак, вяжем 6 арок для одной ручки сумки. Набрали петли на линеечку над 6 арками. Для одной ручки. Придерживаем нить и снимаем петли с линейки. Первая арка. В первую арку вяжем только один столбик без накида. Все, больше в эту арку мы не провязываем. Вяжем дальше. Раз, два, три. Захватили и провязали. И в эту же петлю вяжем еще 2 столбика без накида. Не забываем подтягивать, поправлять арки. Следующая арка. Смотрим, чтобы петли не перекручивались. И все так же провязываем по 3 петли на крючке и в эту же арку еще 2 столбика без накида. Вяжем следующую арку по привычной схеме. Пятая арка. Вяжем. Закрепляем ее 3 столбиками без накида. И последняя арка, 6-я, как и первая, вяжем, закрепляя ее только 1 столбиком без накида. Начинаем сужать ручки сумочки, поэтому первую и последнюю арку провязываем, закрепляя только 1 столбиком.